Друзья, добрый день! Сегодня в этот праздничный, действительно солнечный, приятный день мы собрались здесь, в парке, не зря. У нас есть повод. Повод для большинства из здесь присутствующих, ну просто родной. Через два дня в России будут отмечать самый главный праздник – День независимости России. А уже сегодня в рамках Дней России в Латвии мы поздравляем хорошего, огромного и доброго соседа! Итак, мы очень рады видеть вас всех. Сегодня нас ждет огромная праздничная программа. Итак, открыла нашу программу ансамбль русской пляски «Светит месяц». Наши очаровательные друзья, поприветствуйте их, пожалуйста. Винзеля! Итак, дорогие друзья, сегодня впереди у нас много и песен, и плясок, и блюза, и джаза, и даже, может быть, рок-н-ролла. И, конечно же, русских народных и русских привычных мелодий, песен и плясок. Ну, а для начала мы хотим пригласить на эту сцену очень важного человека. Итак, перед вами выступает с приветственной речью советник-посланник посольства России в Латвии Валентин Васильевич Овсянников. Добрый день, здравствуйте. Здравствуйте. Главный государственный праздник Российской Федерации – это День России. К счастью, за эти годы, годы существования новой России, нам удалось достичь многого. Вы знаете, это и подъем экономики, вы знаете, это укрепление наших вооруженных сил, это продвинутые общественно-политические преобразования в нашей стране. Поэтому мы с гордостью и счастьем отмечаем этот праздник традиционно каждый год. Пользуясь этим случаем, хотел бы пожелать вам еще приятных впечатлений. Еще раз вас поздравляю. С Днем России, дорогие друзья! Также поздравить нас пришел председатель Общества славянской культуры «Гармонь» Владимир Норвинд. Дорогие друзья, мы каждый год в этот день отмечали праздник «День России» под знаменем, как говорится, «Эхо России». И вот сегодня впервые мы проводим такой вот большой фестиваль благодаря посольству России, благодаря нашим друзьям московским, которые позволили и привезли нам сюда такой большой праздник, как «Виват Россия». Я хочу сказать, что у нас в Латвии здесь проживает более 80 тысяч граждан России. Разрешите мне от имени граждан России поздравить всех наших граждан, проживающих здесь в Латвии. Поблагодарить наше посольство за то, что оно проявляет о нас заботу. Поздравить всех, кто, кому дорог, кому близко наша этническая родина. С праздником, дорогие друзья! Уважаемый господин советник-посланник России, я вас поздравляю с этим замечательным праздником, Днем России. И вы видите, что у нас в Латвии вашу страну любят и помнят. И я желаю, чтобы наши страны продолжали жить в мире и согласии. Итак, друзья, я с радостью хочу сказать, а может быть и спеть, а может быть и крикнуть «Виват Россия!» «Виват Россия! Виват Латвия! Мы вместе!» Ну что ж, а теперь поконкретнее. Чем мы вас сегодня будем радовать и баловать? Множество не только россиян, но и, конечно же, латвийцев пришли поздравить сегодня и просто разделить этот праздник в такую замечательную погоду. С радостью представляем музыканта, которого просто обожаем. Вот и все. Вот так вот должны его и объявить. Автор и исполнитель многих популярных песен, лауреат международного конкурса «Виват Победа» Александр Левский! И лауреат многих международных конкурсов Ксана! Ксана, привет, дорогая! Ксаночка, у меня все тебе... приветствуем Ксану! Один вопрос. А что сегодня ты нам будешь исполнять? Исполнять сегодня две песни. Хотя могла бы 50 минут зажигать, честно вам скажу. Первая песня будет «Горница», и вторая будет «Как твои дела». Итак, начинаем с народных песен и продолжаем эстрадой. Александр Левский и Ксана. Горница моей светлой.
Браво, браво, браво! Александр Левский! Оксана! Браво, Оксана, браво! Ну а теперь я с удовольствием приглашаю на эту сцену человека, который выступал уже на многих сценах. Человека очень молодого и симпатичного. Я представляю на этой сцене победительницу международного телевизионного конкурса в Берлине «Евросуперстар-2005». Это Лена Терентьева, и теперь она в одиночку не выступает. Замечены были парни с зонтиками. К чему бы это? Дэнс Академия. Группа Дэнс Академия. Елена Терентьева, музыка и словами Лехина. Ты меня не вспоминай. Вспоминай. Встречаем. Вспоминай. Лена Терентьева.
Спасибо. Лена, спасибо большое. На эту сцену выйдет самая юная участница сегодняшнего фестиваля «Виват Россия». И я с удовольствием хочу сказать «Виват» в адрес Ани Рапопорт. «Виват», Аня, прошу, поддержите Аннушку. Она исполнит всеми любимую песню. Музыка Дербенева, слова Зацепина. «Куда уходит детство?» Добрый час. Куда уходит детство, какие города, и где найти нам средства, чтоб вновь попасть туда? Оно ушло неслышно, пока весь город спит, и писем не напишет, и вряд ли позвонит. И зимой, и летом мне бывало ждать чудес. Будет детство деда, но не здесь. Наверное, в рай чудесный, где каждый день кино, а также точно синий струится лунный свет. Но нам с тобой отныне туда дороги нет. И зимой, и летом мне бывало ждать чудес. Соседству, таким же, как я. Оно ушло неслышно, пока весь город спит, и писем не напишет, и вряд ли позвонит. Кто-то
Патриот Россия приветствует тебя, Анечка. Спасибо тебе огромное. Сейчас к нам приехала гостья, точнее, это наша рижанка, но она приехала прямо из Берлина. Она выиграла международный конкурс «Берлинская жемчужина». Солистка Катя Юдичева. Это именно она была, Пипита Дьявола. Ария Пипиты из оперетты «Вольный ветер». Прошу вас. Настоящий вокал. Фестиваль приветствует тебя! Встречаем, Николь! Здравствуй, Виват Россия! Спасибо, друзья. Вот с этой музыки я начинаю.
и вот к чему мы пришли. Сейчас я хотела бы презентовать красивую песню маэстро Раймонда Палса на слова Гунтера Рачеля «Белый ветер». Спасибо большое, спасибо. Вы знаете, вы все прекрасны, очень красивая публика. Я думаю, что каждый из вас здесь звезда. Вот нас называют звездами, а все это ерунда. У каждого из вас звезда. Вот докажите, вы ведь можете поднять настроение ближнему человеку, ведь это наша задача. Одно слово спеть. Жарко. Это сумасшедшая пора. Эй! Нам не спится до утра. Разговор, суета. Еще раз. Ясно? Будем переделывать песню. Жарко, нам не спится до утра. Хей! Разговор, суета. Ох, жарко, жарко.
It's getting hot in here! Come on. Give me some music, please. Я пора, hey! Лето, нам не спится до утра.